сегодня мы пришли в культурно-развлекательный центр «Дракон», в котором пройдет чемпионат по игре в Mortal Kombat на кубок самого крутого пацана. Здесь собрались лучшие из лучших и даже чемпион Верхоянска. Но проблема в том, что я играю на PlayStation, поэтому не смогу принять участие в этом замечательном мероприятии. Mortal Kombat – культовая игра на приставках начала 90-х годов. Чемпионат в Якутске был весьма жарким. 120 участников сражались в кровавых киберпоединках, смысл которых сводится к одному – победить врага всеми возможными способами. В Mortal Kombat множество самых различных персонажей, войны Земли и параллельной вселенной, как ужасающие, так и прекрасные. Каких же персонажей выбирают наши геймеры? Или Ермака, или Смоука. Where there is smoke, there is fire. Того же Страйкера. По мне очевидно, что мой любимый персонаж – Скорпион. Откуда вылетает штучка? Отсюда где-то должна была, но я забыл принести своего. Это все уличная магия. Почему ты пришел именно в этой футболке? Всегда в ней играешь в Mortal Kombat? Я в ней не сплю, играю. Кем будешь играть сегодня? Скорпионом. So I went with him and train. А почему не Суперменом? Нет его, потому что там. Кого выберешь? Кого я выберу? А пока парень выбирает, мы пойдем возьмем интервью другого чувака. Я буду играть Скорпионом. Самый повсовый боец – это Скорпион. И действительно, этот персонаж симпатичен многим участникам. У Скорпиона сложная судьба. Этот ниндзя-призрак жестко мстит убийцам своей семьи. Кстати, факт из Википедии. Обилие жестокости в игре Mortal Kombat стало причиной создания целой организации, которая раздает возрастные ограничения компьютерным играм. Сегодня с нами здесь многократный прославленный чемпион Верхоянска Михаил Кириллин. Чемпион Верхоянска, потому что в Верхоянске только у него есть Xbox. Ваш любимый персонаж, Михаил? Кратос. Какие комбинации будете использовать сегодня? А, Б, Б, А, вниз, вправо. Вниз, вниз и сел. Свои комбинации. Ты сам свои комбинации придумываешь? Ну, да, там, это, я придумал, там, сидел с другом, играли, придумали. Ладно, удачи тебе, Кирилл. Чемпионат прошел не просто так. Главным призом стала новенькая приставочка Xbox 360 на 250 гигов. Победители отборочных туров порой выигрывали, ну уж очень просто, по причине отсутствия врага. Посмотрите на этого парня. Этот парень первый победитель сегодняшнего дня. Адреналин в крови. Я пришел, посидел и выиграл с чистой победой. Моему противнику засчитали техническое поражение. Только что Михаил Кириллин победил. Михаил Кириллин, расскажи, как ты победил. Нету, Стасик, не пришел. Я ему вчера сказал, я буду играть. Он такой: а, Миша, если будешь играть, я не приду. Чистая победа. Flawless victory. Я, короче, вот так вообще собираюсь до финала дойти. Я еще одного друга в туалете закрыл. Он хорошо играет, да? А я думаю, что соперников Михаила Кириллина запугала песенка его фанатов. Но, скорее всего, всему виной туалет. Сегодня здесь со мной, рядом, слева, для вас справа, стоит единственная девушка-геймер, которая пришла на этот чемпионат. Здравствуйте, девушка-геймер. Здравствуйте. А кем вы будете играть? Какова ваша тактика? Обычная тактика. Играю Джейк. Вы сможете этим мальчишкам показать? Постараюсь. Сегодня вот весело, вот собрались ребята, всем, по-моему, весело, всем нравится. Довольно-таки динамично проходит чемпионат. А Mortal Kombat еще будет в дальнейшем или какие-то другие игры будут? Мы планируем еще по UFC бои без правил. Дорогие друзья, в конце хотелось бы сказать, каким бы ни был ваш поединок, главное, чтобы он заканчивался. Бабалите.